конечно, необходимо максимально эффективное использование всех средств и возможностей. И здесь мы всегда можем говорить о Сбербанке России, нашем надежном и верном давнем партнере. Я думаю, что это лидер банковских услуг и кредитных продуктов. Сбербанк – это первый банк мой. То есть это банк, в котором я открыл счет в 2004 году. И счет я там не закрывал. Там люди профессиональные, там люди могут поконсультировать, подсказать. Цифры говорят сами за себя. В 2015 году Курским отделением Сбербанка малому бизнесу выдано кредитов на сумму свыше 1 000 000 000 рублей. Суммы, сроки, условия – все просчитывается индивидуально и зависит от потребностей клиента. Такой подход – залог стабильных, долгосрочных и взаимовыгодных отношений. Например, компания «Белполь» уже 10 лет успешно пользуется заемными средствами Сбербанка. Организация работает с 2001 года и прошла путь от заготовителя до перерабатывающего предприятия. Здесь регулярно приобретают оборудование. Например, эти машины втрое мощнее обычных. Они моют, обрабатывают, охлаждают, сортируют перо и упаковывают в специальные мешки. Без финансовой поддержки обзавестись такими новинками было бы невозможно. Льготное обслуживание, индивидуальный подход ко всем комиссиям банка, новые кредитные линии, благодаря которым куплено новейшее оборудование, 3 гиганта, которые вы видели, уникальное оборудование. Это реально и ощутимая поддержка и помощь для развития компании «Белполь». Мы уверены в продолжении наших партнерских отношений со Сбербанком России, ведь нам предстоит еще решение многих финансовых проектов. Сейчас «Белполь» не только продает пух и полупух, но и занимается пошивом готовых изделий. От одеял и чехлов на мебель до курток и детских костюмов. В постоянном движении вперед видит залог успеха и Владимир Маховицкий. Его молочный дом начинал с простой упаковки уже готового сливочного масла. Сейчас в этих цехах самостоятельно производят масло, кефир, молоко, а еще творог и сметану. У нас новейшее оборудование. У нас мы благодаря работе, партнерству со Сбербанком приобрели новое оборудование по розливу молока и кефира. Надо просто выполнять определенные правила, и все будет хорошо. А без кредитных средств развиваться невозможно. Путь проммонтажа тоже начинался с малого. Монтировали оборудование, прокладывали трубопроводы. Сейчас могут и проект разработать, и сложные металлоконструкции сварить. В числе партнеров предприятия – настоящие гиганты. Куйбышев Азот, Мострансгаз, Михайловский ГОК и, конечно, Сбербанк. Приценить сотрудничество невозможно. Оно было именно в те моменты, когда была острая необходимость, когда было действительно тяжело финансово, экономически, да. Вот. И с помощью сотрудничества, да, с Сбербанком, их поддержки, промонтаж получил развитие. Чтобы стать ближе к клиентам, Сбербанк развивает электронные сервисы и, конечно, сеть офисов. Из 28 районов у нас в 23 районах расположены рабочие места клиентов юридических лиц, оснащенных полностью оргтехникой, где они могут проводить платежные поручения, связаться напрямую в любое время со своим клиентским менеджером, получить любую консультацию и также встретиться со своим клиентским менеджером. Мы очень большое внимание уделяем качеству нашего персонала, поэтому наш клиентский менеджер и кредитный инспектор – это те люди, которые владеют технологиями и всегда могут помочь предпринимателям, подсказать, что ему нужно сделать, как ему нужно сделать. Заручившись поддержкой Сбербанка, важные шаги в мире бизнеса совершал и Роман Алехин. Сейчас под его началом работает целая группа компаний. А начиналось все с одного магазина, где продавали ортопедическую продукцию. С годами сеть росла. И сегодня 24 салона работают в 6 регионах России. А еще в группу компаний входит собственное производство протезов и массажный салон. В планах начать пошив детской одежды. В тяжелые времена, да, в отличие от многих других банков, когда нужно срочно получить кредит. Мы ни один кризис мы не падали. Каждый кризис, в том числе и этот, мы развиваемся, мы увеличиваем обороты, увеличиваем выручки и даже добавляем новые направления. И когда действительно нужно развиваться, да, нужны деньги, Сбербанк действительно помогает. На год на текущую деятельность, на 7 лет, чтобы приобрести оборудование или технику, на 10 лет, если предстоит покупка коммерческой недвижимости. Программу кредитования и ее сроки работники Сбербанка подберут, исходя из ваших потребностей. Да и процентные ставки по кредитам для клиентов становятся привлекательнее. В среднем они снизились более чем на 5 процентных пунктов. Для многих компаний Сбербанк – проверенный годами партнер.
Сегодня на расчетно-кассовом обслуживании в Курском отделении находится больше 11 тысяч юридических лиц. Более 90% из них – представители малого и микробизнеса. Несмотря на кризис, количество компаний, пользующихся услугами Сбербанка, увеличивается. Мы хотим делать даже, наверное, больше, чем просто оказывать банковские продукты. Мы хотим консультировать, и мы проводим семинары на базе этого центра, где предпринимателям рассказываем о тех новинках, которые есть и в области учета, и в области законодательства. Приглашаем сторонние компании наших партнеров для того, чтобы предпринимателям помочь выстраивать свой бизнес наиболее эффективно.